Международный фестиваль «Безумные дни» расширяет границы. Свердловская филармония и инновационный культурный центр представляют «Безумный день» в Первоуральске. Совершить прогулку по произведениям русских и советских композиторов вы сможете, посетив променад-концерт русской музыкальной группы «Аюшка» и солиста Свердловской филармонии, лауреата всесоюзных и международных конкурсов Алексея Петрова. Для вас прозвучат произведения Петра Ильича Чайковского, Александры Пахмутовой и Исаака Дунаевского и Василия Соловьева-Седова. Ждем вас 14 июля в 17:00 в Инновационном культурном центре.